поделиться друг с другом наработками, устраивающимися практиками. Форум – площадка для диалога. В одном зале собрались эксперты «Газпромнефтеразвития» и компании-партнеров в сфере капитального строительства. Им есть что обсудить. Ведь подрядчики принимают правила безопасности, разработанные «Газпромнефтеразвитием», чтобы на стройплощадке ни один сотрудник не пострадал. Улучшается качество, людям это нравится, работники воспринимают положительно, они понимают, что это все для людей делается. Чтобы человек приехал на вахту, здоровый, красивый, и уехал с вахты к семье, чтобы я его обратно отправил. Жена его от меня приняла таким же молодым, здоровым, красивым. Отработанные правила и инновационные технологии позволяют предотвратить какие-либо опасные события на производстве. Сейчас внедряют систему мониторинга персонала, чтобы установить, какие рабочие и в какой момент задействованы на строительном объекте. Также свою эффективность показала видеоаналитика. Благодаря камерам и детекциям, которые позволяют нам использовать технологии искусственного интеллекта, мы можем определять опасные действия, а самое главное – предупреждать их. Например, мы можем использовать технику по ее предназначению, а если она используется с какими-либо нарушениями или непредназначенными действиями, система видеоаналитики нам своевременно подскажет это и оповестит всех необходимых сотрудников. Инструменты предиктивной аналитики помогают вовремя выявить и предотвратить происшествие. Система зафиксирует и просигнализирует диспетчеру, если специалист вышел без средств индивидуальной защиты, находится в опасной зоне или нарушает принципы безопасного вождения. Таким образом, соблюдая правила, снижает травматизм. Однако не все это понимают. Так возникает дефицит рабочих кадров. Сегодня главная тема, наверное, форума – это открытый диалог между партнерами, между заказчиками, между подрядными организациями о том, какие инструменты, какие пути искать, чтобы мы могли продолжать привлекать персонал в нашу компанию, а при этом обеспечивать достаточные барьеры, чтобы у нас был качественный, квалифицированный персонал. Многие компании-партнеры работают с «Газпромнефтеразвитием» не первый год и регулярно встречаются обсудить проблемные вопросы и нововведения. В Тюмени диалог состоялся. Все вопросы эксперты решили быстро и эффективно. Анастасия Ломовцева, Денис Ионин, «Ямал-1».